Концерт «Наши надежды» закрывает учебный год. Ребята демонстрируют все, чему научились за это время. Кстати, фортепианный отдел школы классика самый большой. Именно поэтому выступление разбили на несколько этапов. На сцене ансамбли, трио и традиционные сольники. Очень высокие результаты наши дети дают и в сольном исполнении, и в ансамбле. Это и международные конкурсы, и всероссийские, и межзональные, и одаренные дети Подмосковья. Очень много интересных конкурсов, призовых мест, гран-при первых мест лауреатов и так далее, море успеха. Классика и произведения современных композиторов. Пальцы детей легко скользят по клавишам, извлекая волшебные звуки музыки. На сцене ученики 3-4 классов. Дождь, метель, печаль и радость, как в калейдоскопе, меняется настроение с каждым следующим выступлением. Музыка – это хобби для меня. Но я думаю, что это мне пригодится в будущем обязательно. Это и хлеб даст. Благодаря музыке я думаю быстрее по математике и другим предметам и планирую свой день намного быстрее и четче. Юные пианисты мастерски отыграли свои программы. Долгие часы за инструментом не прошли даром. Чтобы добиться идеального исполнения музыкального произведения, необходимо несколько аспектов – усидчивость, техника и душа. Ведь через звуки музыки ребенок раскрывает свои чувства и мысли. Музыка – это наша жизнь. Ни одного дня у нас не проходит в жизни, в простой без музыки. Если ребенок разбирается и в стилях, и в формах, и знает композиторов, это все прекрасно, это высший пилотаж. Музыка для меня – это практически моя жизнь. Я очень люблю музыку. Мне она нравится. Я очень часто хожу на занятия, и потом, когда у меня получается результат, мне очень приятно, когда я на сцене, и мне аплодируют. Музыка способствует гармоничному развитию, прививает вкус к прекрасному, а еще влияет на математические способности ребенка. Воспитанники школы искусств классика стабильно показывают высокие результаты в учебе. Они учатся на отлично. Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».